Всем привет! Мы находимся в магазине продуктовом. И сейчас мы с вами посмотрим, какие здесь цены и что продается. Находимся мы в столице Гренландии, городе Нуук. Вот любую цену, которую вы видите, нужно умножать на 4 для того, чтобы получилась гривна. Итак, мы тоже будем брать себе продукты на ужин, для того, чтобы перекусить. Итак, здесь у нас находятся разные напитки, энергетики. Здесь какая-то сладкая вода. Так, первое, тут находятся продукты такие, полуфабрикаты, можно сказать, готовые салаты. Вот, например, цена на такой себе ужин. Так, мы здесь ничего не берем. Вот, посмотрите, цена на тирамису 35 крон умножить на 4. Ну, как бы, да. Здесь пасты разные и рыба. Так, вот это вот очень вкусная рыба. Это макрель. Она копченая или вяленая, не знаю. Но я думаю, что мы ее возьмем. Возьмем? Так, мы будем складывать в корзину. Посмотрим, сколько у нас получится. Так, что еще мы берем? Сыры разные, какие хотите. Вот кусок сыра стоит 52 кроны. Ну, то есть, грубо говоря, 200 гривен. Здесь находится хлеб, ну, как бы ничего интересного. Здесь находятся пустые прилавки. Судя по всему, все вкусненькое уже съели до нас. Здесь колбаса и какие-то копченые или вяленые продукты. Порезанная колбаса. Так, а мы еще решили взять вот такие вот креветки. У нас в отеле есть кафе. Мы решили купить там просто порцию риса и сложить с креветками, будет вкусно. Итак, мы идем дальше. Здесь у нас снеки мясные и замороженное мясо и полуфабрикаты. Здесь какие-то мясные изделия, как бы сосиски, паштеты, салаты, резанный бекон. Цена вот на резанный бекон есть за 15 крон. Салями. В общем, мини-салями. Обратите внимание, какой выбор мяса. Мясо здесь огромное количество, самого разного. Судя по всему, свежее. Цены, ну вот, например, я не знаю, что это, 74 кроны. Вот стейк 40 крон. Ну, не знаю, судя по всему, это все датское. Так, здесь у нас соусы чили, какие-то пасты, китайские какие-то приправы, тако, снеки. Опять мясо. Мясо здесь просто... Ого, посмотрите, сколько это стоит. 152 кроны. Нет, это за... Не знаю, что это. Здесь все написано по-датски, поэтому мы не знаем, о чем речь. Молоко, миндальное молоко, вот как бы можно, миндальное молоко с черным шоколадом 28 крон. 28 крон это сколько? 120 гривен. Так, селедочка по 34,95. Вот, кстати, вкусный копченый лосось.
скорее всего, это норвежский, да, норвежский копченый лосось со специями. Он очень вкусный. Я думаю, что в следующий раз мы его берем. Нет, ну сейчас, наверное, нет смысла, мы же макрель взяли. Вот, кстати, еще креветки. Соусики разные. Так, йогурты. Вот, я хочу йогурт. Значит, смотрим, сколько стоят йогурты. Есть обычные вот такие вот в коробочках. Но мне хочется питьевой. Питьевой. Вот этот выглядит вкусно. Но литр. У нас нету в номере холодильника, чтобы его хранить. Вот какой-то есть йогурт. Да, выбор небольшой. Ладно. Возьму его. Больше выбора питьевого нету. У нас ложек нету, да? Ну, так, вот кладем. Так, сыры пошли. Кофе из Старбакса готовый. Молочные коктейли. Сыры плавленые, намазки. Разные. Паста уже свежая, которую нужно держать в холодильнике. Присыпки для пиццы. Сыры. Обратите, какое количество сыров. Просто огромное. Масло. Масло, что это такое? Что вот это такое? Это что? Непонятно. Вообще непонятно, что это. Да, это какое-то растительное масло. Какое-то интересное растительное масло. Масло сливочное. Яйца. Яйца, как вы можете прочитать из названия, все датские. Яйца. Так, здесь у нас дело с заморозкой. Опять это масло растительное. И пошли овощи. Овощи. Ну, я вам должна сказать, что такого количества овощей не в каждом супермаркете города Киева можно увидеть. Выбор просто огромный. Пожалуйста, голубика. 30 крон. Помидоры, капуста, шпинат, мандарины, морковка, яблоки, капуста, ананасы. Это я даже не знаю, что. Это какой-то маленький сорт картошки, лук, брокколи, стручковая фасоль. Посмотрите, какие грибы большие. Перец. Морковка, картошка, сельдерей, груши, апельсины, картошка, кстати, вот цена на картошку. 40 гривен за килограмм. Но у нас, кстати, египетская картошка столько стоит. Здесь ничего своего не растет. Дыни, арбузы. И, кстати, вот Кирилл интересную вещь заметил, что средняя цена на продукты – это 20 крон. То есть яблоки стоят столько же, сколько дыни и арбузы, и груши, и апельсины. То есть какая-то очень странная... Ну, почти столько же. Ну, то есть это плюс-минус. Это же не так, как у нас. И виноград стоит столько же. И даже какая-то умершая герань стоит тоже 25. Бананы зеленые. Совсем зеленые, совсем унылый. Молоко с низким содержанием жира. Пожалуйста, опять Red Bull. Соки. Ну, соки, я думаю, это не так интересно. Идем дальше. Так. О, вот мои любимые чипсы. Я
не ем чипсы. Ого, 35. 35 крон, это сколько? Гривен. Ну, в поездке я себе позволяю такие штучки. Так, ну вот мы взяли еще яблоки. Йогурт я посмотрела. Так, дальше. Тут уже пошло, в принципе, такое стандартное. Опять молоко. Какое хотите, соевое. Миндальное, пшеничное, рисовое. У нас такого молока днем с огнем не сыщешь. Йогурт, кетчуп Heinz. Кстати, где он производится? Где он производится? Понятно. Так, ну и здесь пошли стандартные ряды, которые, в принципе, там не сильно интересны. Это варенье, это мука, это какие-то высевки, это яблочное пюре, это какая-то выписка. Мы даже нашли порезанные огурчики. Очень удобно. А это? Что это? Это вообще непонятно, ну, что. Ананас, наверное, да? Да нет, это не похоже на ананас. Это какая-то субстанция съедобная. Фрукты? Не знаю. Короче, в общем, огромный выбор всего, чего хотите. Печенье. Все на датском, вообще все сложно понимать. Что? В общем, наша корзина. Сейчас на кассе мы узнаем, сколько нам за нее надо заплатить. А, отдельно еще хотели показать, поностальгировать. Это же вкус детства. Steam Roll. Цена 16,95. Я хочу взять какие-нибудь Wild Cherry. Original. Вот, Strawberry. Вот такую еще жуйку возьмем. Шведский. Стоимость шведского шоколада. Плиточка 200 грамм. Почти 80 крон. 300 гривен. 300 гривен.